Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Святой Юрья, батюшка, отдаем тебе на руки всю скотинку нашу. Сохрани ее от зверя лютого до человека лихого. Так говорили хозяева, пряча под ворота ключ и замок, веря в то, что пасть звериная точно так же будет закрыта крепко-накрепко, как замок на ключ. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый всем вечер! Мы рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Юрья – один из главных скотоводческих и земледельческих праздников у славян. Замок замыкали на ключ тогда, когда впервые выгоняли коровок в поле. На Юрье очень много интересных традиций, примет, поговорок и, конечно же, белорусских национальных блюд. Я уверена, что наша Елена с Полочины порадует нас чем-нибудь интересным. Давайте же ее дождемся. Здравствуйте, Степана. Здравствуйте, Елена. Ну что, вы пришли не с пустыми руками, и я уверена, что вы принесли нам какое-нибудь интересное блюдо юрьевское. Верно. На самом деле, самым традиционным юрьевским блюдом является яичница. Ух ты! Потому что в этот день хозяюшки готовили ее для пастухов и собирали яйца с каждого двора. Но яичницу умеет готовить каждая хозяйка, поэтому я предлагаю приготовить более сложное и интересное блюдо, которое называется курник. Как вы думаете, Степановна, из чего мы будем готовить? Я думаю, что несложно догадаться. Это блюдо будет, конечно же, из куриного мяса. А давайте мы пригласим сейчас Евгения, и я расскажу, какие еще ингредиенты нужны нам для этого блюда. С удовольствием. Евгений, самое время вам появиться. Здравствуйте, хозяйки. Добрый вечер, Евгений. Как настроение? Прекрасно. Замечательно. Елена приготовила нам интересное блюдо, юрьевское. Ну-ка, догадайтесь, какое? Даже не знаю, но мне интересно, конечно, чем будете угощать сегодня. А будем готовить мы с вами сегодня курник. И для приготовления этого блюда нам понадобится куриный фарш, лук, масло сливочное, да? Растительное, конечно же, творог, яйца, зеленушка, соль, перец и панировочные сухари. А я заметила, и тертый сыр у нас для чего-то тоже. Это тертый сыр для того, чтобы затем посыпать это блюдо. Я потом все расскажу. И для начала, Женя, я вас попрошу отделить желтки от белка. Ой, у него это всегда прекрасно получается. Вас, Степановна, я попрошу взять желтки. Так. И смешать их со сливочным маслом. Желтки со сливочным маслом. Растереть, я так понимаю, да? Да, растереть. А Евгения, мы дадим задание взбить белки. То есть белки хорошенечко взбиваются, да, хорошенечко понимаю. Взбиваются до пены. Да. Все. Ну, а я буду резать, как обычно, лук. Подойдите, я взбиваю луки, да? Лучок передаю вам, Елена. Пожалуйста. Спасибо. Ну что же, приступим? Да. Я так понимаю, что все это маслице нужно вот сюда добавить, да? И размять хорошенечко. Да, да, хорошенько растереть. Так. Ух ты, как у нас дело спорится. Но я думаю, что будет еще веселее, если Елена порадует нас какой-нибудь юрьевской песней. Согласна, Елена? Конечно, будет хорошо. Давайте ее попросим. Один наша Юрья ходила, а там наша жито уродила. Один наша Юрья юровала, а там наша жито красовала. Наши предки верили, что Юрий отмыкает землю и выпускает росу. Потому и обращались к нему со словами: «Юрай, уставай рано, отмыкай землю, выпускай росу на теплое лето, на буйное жито, на ядронистое, на колосистое».
В Юрьев день в первый раз выгоняют на пастбище домашний скот. Для этого заблаговременно стараются найти опытного пастуха. Нередко один и тот же пастух избирается в течение нескольких лет. Он пользуется большим уважением всей деревни, ведь бывалые пастухи, часто самоучки, отличные ветеринарные лекари. Пастуху стараются всячески во всем угождать и нередко исполняют все его прихоти. В Юрьев день, отправляя пастуха со стадом скота на пастбище, вся деревня провожает его на поле с освященным хлебом, рожью, разным печивом из мяса, сыром, копченым салом. А с закатом солнца пастух созывает стадо и спешит домой. А навстречу хороводам идут девицы, приветствуют его и подносят ему разные подарки. Один наша Юрия юровала, там наша жита красовала. Один наша Юрия юровала, там наша жита красовала. О, красивая песня. Ну вот, мы как ловко-то все справились со своими делами. Да, у меня тоже готово. Отлично. Елена, передаю вам тарелочку, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что ж, Женечка, теперь мы попросим вас этот лук обжарить до золотистого цвета. Хорошо. Лук обжарить. И какие еще действия? Пока лук. Пока лук. Так, вот это первый этап у нас. А затем, когда Женя придет с луком, будем дальше готовить. Я пошел. Что ж, отправляйтесь, Евгений. Елена, знаете, а мне сейчас вот вспомнилась такая вот поговорка в народе существует. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот это ж какая-то ироническая. С чем это связано, как вы думаете? Я знаю эту историю. На самом деле, в честь Святого Юрия есть два праздника – зимний и весенний. Ага. А раньше, во времена старые в России, существовал такой обычай. Именно во время Юрьева дня весеннего безземельные крестьяне имели право за неделю до праздника и спустя неделю переходить к другим помещикам. А в XVI веке Борис Годунов этот обычай запретил. Запретил. Вот оно как. Вековая традиция от Бориса Годунова. Но вот я еще понимаю, что вот тебе бабушка и Юрьев день. Это поговорка, когда что-то не успел сделать или, да. Или неправильно не сделал. Я так понимаю. Да. Не получилось. Ну что же, вот такой интересный праздник у нас есть. Да. И замечательные традиции. Да. Может быть, еще что-то вы интересное можете вспомнить? Вы знаете, на самом деле, самые... Юрьев день – это на самом деле обряды, которые связаны с земледелием и животноводством. Домашний скот в этот день старались выгнать как можно раньше, до восхода солнца, на Юрьеву росу. Эта роса в народных представлениях наделялась чудесной силой. Считалось, что скот, если выгнать его на эту росу, не будет болеть, а коровы станут давать больше молока. Перед выгоном коровы в поле хозяева выполняли магический обряд, качали по спине животного освященным пасхальным яйцом и приговаривали. «Выгоняю я свою коровку на широкую улицу, на шелковую травицу, у глубокую крыницу, по светлу водицу. Шелковой травице наедайся, у глубокой крыницы напивайся, корысти набирайся, сурокову не пужайся, ведьме не поддавайся». После этого корову гнали на пастбище, погоняя освещенной на вербницу веточкой вербы.
Елена, а вот еще я знаю, что Юрия закликают, зазывают. Вот я вам покажу, как это делается у нас вот на Полесье, допустим. Юрия, обудися! Юрия, причашися! Юрия, отмыкай росицу! А вот и Евгений наш появился. Лучок наш готов. Лучок готов. Какие наши следующие действия? Лучок очень красивый, золотистый, как раз такой, который нужен вкусно для нашего блюда. Ну что ж, Евгений, сейчас для приготовления курника нужно в очень строгом порядке соединять все ингредиенты. Итак, сначала мы добавляем фарш творог. Давайте приступим. Творог, фарш. Угу. Тоже интересно. Куриный фарш, творог. Так, добавляем творог. И, наверное, специи сразу, да, разные или позже? Да, сейчас сюда и специи добавим. Да, можно перец, соль и крахмал. И крахмал добавляется, да, даже, вот как. И сюда же добавляем то, что вот Степановна растирала, угу, желтки со сливочным маслом. Да. Это вот первый этап, вот это вот соединяем. Так, пожалуйста. И все необходимо хорошенько перемешать. И это сейчас, да, перемешиваем. Вилочкой, может, или каким образом. Угу. Ну что, хорошенько перемешали. И сейчас второй этап. Мы добавляем сюда зелень и обжаренный лук. Хорошо. Елена, и вы сказали, что нужно добавить зелень. Сколько ее добавляется? Да, немножко зелени, я ее сейчас быстренько порежу. Ага. Я сегодня вообще в качестве наблюдателя в основном перенимаю опыт. Ну а сейчас последним этапом мы добавляем в наше тесто взбитые белки. Угу. Очень аккуратненько вводим их в тесто и размешиваем. Именно это последний этап, чтобы белки не осели. Это вот даже так как-то пышнее становится, нежнее, да, вот эта масса сама. Да. Ну все. Все готово, все готово у нас, да? Осталось только приготовить. В Полоцком регионе курник готовится так. Тесто, прежде чем положить форму нужно смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями, затем выкладывается фарш, посыпается тертым сыром и затем в духовку. Давайте тогда так и сделаем. Давайте. Хорошо. Так, передаю вам маслице, да? Вы можете налить немножко. Сколько, смотрите. Хватит. Достаточно? Да. Так. Панировочные сухари. Посыпать сухариками немножко. Смотрите, сколько. По всему дну нужно распределить, да? Да. Вот, прекрасно. Ух ты, ух ты. Достаточно ли еще подсыпать? Еще можно немножко. То есть это для того, чтобы курник не пригорел, да, я так понимаю. Да. И равномерно выпекался. Все. Молодец, вот какая спасибо. Красота. И выкладываем наш фарш. И равномерно потом нужно распределить в этой формочке его, да? Да, да, да. Все, теперь сыром засыпаем. Да, засыпаем сыром. А сыр тонкий слой или можно вот сколько угодно? Как кому нравится, кто как любит, да? Да, лучше тоненький. Была корочка красивая сырная. Ах ты, ну все. Да, и теперь эту форму мы отправляем в духовку. Давайте, Евгений, ждем вас с нетерпением. А, Елена, а я хотела спросить, вот, ну, земледелием все понятно, что Юрия там росу открывает, а что же, какую власть он имеет над зверьми? Что бы это означало? Вы что-нибудь про это знаете? Да, я слышала такую легенду, и говорят, когда на святого Георгия напал волк, и он его, Георгий, поразил его своим копьем, ранил его, угу, то волк заговорил человеческим голосом. Вот какая легенда. И сказал, легенда. Почему ж ты меня бьешь, коли я есть хочу? А Георгий сказал, вон, иди возьми коня, съешь его, и тебе хватит на 2 дня. Ну и так и считается, что святой Георгий указывает диким зверям, какую скотину можно скушать.
Юрьев день богат народными приметами, обрядами и обычаями. А центральной фигурой в этом празднике является святой Георгий Победоносец. День памяти этого великомученика православные христиане отмечают 6 мая. Каждый из нас видел изображение святого Георгия, который сидит на белом коне и копьем поражает извивающегося на земле змея. Это изображение иллюстрирует событие, которое произошло после смерти святого Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий, в городе Бейруте, в озере, жил змей, который часто пожирал людей той местности. Чтобы утолить голод змея, местные жители начали регулярно отдавать ему на съедение юношу или девушку, которых выбирали по жребию. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали. Она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша. Всадник поразил змея копьем и спас девушку. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Считают, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили поводом к тому, что святого Георгия стали почитать как покровителя скотоводства и защитника от хищных зверей. По той же причине появилось и убеждение, что все гады и волки, да и вообще все дикие звери подчиняются Егорию. Вот так Юрия, вот так праздничек. И земледельцам, и животноводам поддержка и подспорье. А в народе еще говаривают, коли на Юрия дождь, значится, животе не будет добро, и только гречка не уродится. Альбо коли на Юрия мороз, то будет добрым жито и овес. А у нас еще замечают, як на Юрия роса, хопить коням овса. Во. Купить коням овса. Ой. Ну, у нас готово все. Какая красота. Как красиво-то этот курник выглядит, друзья мои. Это очень аппетитно. Я думаю, что это будет вкусно, действительно. И мне кажется, это не так и сложно его приготовить. Правда же, друзья мои? Готовить несложно, но я думаю, что и вкус вас порадует. Белки отделяем от желтков. В желтки добавляем сливочное масло и хорошенько перемешиваем. Мелко нарезанный лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. В куриный фарш добавляем творог, массу из желтков и масла, соль и перец по вкусу. Мелко нарезанную зелень и обжаренный лук смешиваем с фаршем. По необходимости добавляем крахмал. Белки взбиваем в пену и аккуратно перемешиваем с фаршем. Форму смазываем растительным маслом, посыпаем сухарями. Полученную смесь выкладываем в форму. Посыпаем сверху сыром, запекаем в горячей духовке 30 минут. Приятного аппетита! Давайте пробуем. Ой, давайте, не терпится. Смачно всем есть. Спасибо. Смакота. Ой, вкусно, просто за ушами трещит. Я думаю, Евгений, вы, вероятно, делаете такое блюдо, у вас в ресторане подается такое вот фирменное блюдо курник. Нет, такое блюдо мы не делаем. А вам понравилось это блюдо? А понравилось очень. Да. Ну что ж, вы возьмете этот рецепт в копилку рецептов вашего ресторана. Обязательно возьмем. Хорошо. Отлично. Дорогие друзья, блюдо удивительное и вкусное. Мы с удовольствием приглашаем вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Здесь приятно отдохнуть в зале, оформленном в народных традициях. И, конечно же, попробовать блюда белорусской национальной кухни. Мы с удовольствием приглашаем вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Та
Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.